Короче, мы пошли, потом... Не, я с вами пошлю покурю, а потом идите. Что значит постоишь, покурить, покуришь? Лёша! У нас время поджимает. У нас уже 45 минут. В 4 часа у нас всё. Что в 4 часа? Я не знаю что, но один из нас должен идти. Кто ты? Угу. Я бы сказал, человек это нехороший. Ну, идите, снимай. Давай. Да? Да. Когда подъезжать будешь, набери. Один раз. У агента так много друзей. Антураж дополнился. Еще раз. Еще раз? У меня рука грязная. Ты хочешь, чтобы... Еще раз пока грязная. И глубже засунь. Слушай, если ты учишь меня операторству, я буду учить тебя режиссуре. Режиссуре? Как засовывать пальцы? Да, ты должен глубже засунуть, потому что не поверят. Помнишь, как я маркерка давно засунул? Вот так же ты должен засунуть палец. Не знаю, о чем. Блин, стой. В каком Гарри Поттере? Все, вот так. Запах у вот этой пыли ужасный. Алёша. Где Алёша? Алёша нет. Ооо, сними вот это. Вот это? Вот она? Я что, не помню, как это, так что я тебе не смогу подыграть. Чувак, что это? Снял его? Да. Великолепная. Вот это вот. К счастью, оно легко вытрушивается. Наш уголь очень легко вытрушивается, покупаете, ну я не знаю, это не уголь. Это не уголь, это что? Салфетки! Спасибо! И они оказались у тебя в руках. Салфетки. Чудесно могут оказаться. Да. Стой, стой! Верни на место, надо было долго. Ой, сол. Это смешно, наверное, выглядит. Как-то не это. А, то есть звуки можно издавать или нет? Нет, нет, я буду разговаривать. Сейчас, сейчас, ладно. Все. Мне надо поработать над тем, чтобы как-то реалистично его выбрасывать. Не знаю. Ладно, я типа двумя руками. Ну и кто ты такой? Что тебе здесь нужно? У меня же голос, агент. Ну и кто ты такой, да? Ну и кто ты такой? И что тебе здесь нужно на трубном заводе? Что тебе нужно здесь на трубном заводе? Ну и кто ты такой? И что тебе нужно здесь на трубном заводе? И вторая фраза. Скажи мне, на кого ты работаешь, и я тебя не трону. На этом все. Трубы. Шлакоблоки тырят. А лампочка тырит. Шлакоблоки. Когда ты один аккорд, нижний тон перемещаешь наверх или наоборот. Ты уже снял? Ты просто так интересно рассказывал. Минутка узнавай, познавательный. Угу. Да. Это слишком неуклюже, чтобы быть страшным. Слишком, ну, в развалку, чтобы быть страшным. Как будто хищник пробегает так. И гениальный режиссер. Через объектив он выглядит страшнее. Почему у меня трясутся руки? В чем смысл жизни? Пиздец, это страшно, да? Вот это да. Знаешь, в чем страх? В том, что ты появляешься и сразу исчезаешь. Ты должен быть вообще на грани восприятия. Ты должен стать ниндзя. Там негде, там
Половине комнат провален пол. Нет, ну есть такая, что комната, а напротив нее нормальная комната, и нет, можно так пробежать. Нет, в этом проблема. Еще там есть просто комнаты, напротив которых просто ничего нет. Кадры с танцем Симона изначально не планировалось включать в основной выпуск, а только показать в спецдополнении. Но при монтаже основного выпуска у меня попросту не хватило кадров, а этот фрагмент вписался удачно, добавил юмора. И медленно выходи. Страшно выходи, страшно. Бля. Что? Вот мне страшно. Немножко. Так не люблю, на самом деле, я второй раз в жизни только что так сделал. Ля-ля-ля. Еще раз. Еще раз. Ну вообще с первого раза было нормально, мне просто нравилось так говорить. Я могу так просто беспрерывно делать. Он просто поворачивает. Нет. Что нет? Все время с одной скоростью нужно. Я не помню, с какой я повернул. С медленной скоростью нужно. Совсем медленный? Да, это еще жутче. Не настолько медленный. Это страшно. Забавно, но то, что жуткий выпуск оказался именно под номером 13, не более чем совпадение. Я не помню, у него слова что ли были какие-то. Короче, мы пошли, потом... Не, я с вами постою, покурю, и потом уйдите. Что значит постоишь, покуришь? Лёша... У нас время поджимает. У нас уже 45 минут. В 4 часа у нас всё. Что в 4 часа? Я не знаю, что, но один из нас должен уйти. Кто, ты? Угу. Я бы сказал, человек это нехороший, уйдите, нормально. Давай. Да? Да. Когда подъезжать будешь, набери один раз. У агента так много друзей. Да, да. Мне просто твое лицо не было. Главное, тогда я смотрел в окно. Это было забавно. А резкость есть? Да. Вообще нет. Блять, тут какой-то звук странный. В каком смысле? Ну, как будто инопланетный корабль садится. Так, А, нет, это ж кто-то что-то пилит. Знаешь, зрителю покажется, типа ты ломаешь четвертую стену. Угу. Сними. О, давай я типа чуть-чуть проводился. Наступлю на эти штуки, они будут вниз. Так, это нужно в полный рост тебя. Надо будет подбежать к тем штукам и вниз сразу направить, чтобы показать, как они падают, угу. Если получится. Что за пиздец, а? Стой, 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 нужен общий план вот этой хрени. Блять, главное бы не свалиться. Первый блок, где агент еще не чувствует страх. Теперь, где агент будет чувствовать страх. Нам страшно. Здесь могут быть. Бомжи. Да. Свирепые.
Ой. Там дверь внизу. Кто-то хотел здесь выйти. Или войти. Ты уже снимаешь? Ну, как бы да, я не переставал. Ага. Ну, думаю, там уже предостаточно. Теперь надо глянуть, что там дальше. Тут доска. Сандалики. Там я в новых шортах. Сейчас будем агента писать. Такой нужен вкрадчивый голос. Поближе к камере. Да, я смотрю не на вас, я смотрю на экранчик, а теперь я смотрю на вас. Я вижу все. Так, представить. Я вот что придумал. Конечно, гениально. Я оставлю у себя в руках только те листочки, на которых написано то, что мне нужно. Остальные уберу. Этих листочков... 4? Нет, 5. Поехали. Да. Задание было сложным и опасным. Евгений дал понять, что никакой молодой картошки не будет. 7 был... Меня насмешило просто такая... Вот так посмотрел в камеру. Да, меня смешит собственный поступок, который я делаю в окружении нулевого количества людей. Да, да, вот такой я человек. Начну с того, что запах был великолепен, и к трапезе. Блять, сука, вот это место для дегустации. Это самое то место. Нет, ну просто хоррор, все эти страшные звуки, бегание по этому говну, по комнаты без пола, чуть не навернулись, и вот это вот. Для рецензии все нормально. Отойди и смейся. Заткнитесь и пойте. Начну с того, что запах был великолепен, и я... Сейчас. Не шуми. Начну с того, что запах был... В принципе, погоды особо не сделал. Ну, возможно, я его просто мало положил, или он просто был нужен для запаха, не знаю. Это здесь все. Просто антураж. Антураж, да. Теперь более крупный план. Я заканчиваю вот эту фразу и... Пора есть его член. О, минутку. Он где-то у меня. Ты видел это? Ты сказал, что смотрел много РТП про Гарри Поттера разных. Ладно. Задумчивость и непонимание. Стоп. И сразу новый голос. А ты ведь знаешь, что я здесь не один брожу? Нет, не та интонация. А ты ведь знаешь, что я здесь не один брожу? Нормально. Работаем? Да. Эй. Да. Хорошо. Я просто не хочу потом слушать свой голос на записи. Давай еще раз. Не, все было нормально, но я думаю, что у меня лицо было бы такое удивленное. Типа, что? Сейчас позвони. Ладно, давай. Еще раз.
Ладно, можно не смотреть в камеру, хорошо. Не, надо попробовать. Нет, ну тогда подними, просто постри в стену, а потом медленно повернись в камеру. Да, это вариант. Ладно, нормально, все равно я там наклонил камеру раньше того, как ты за ней потянулся. Самый первый вариант был такой, приемлемый. А, нет, там где... Нет, там постоянно плохо. Снимаешь? Да. Этот умник надел кепку и думает, что он лучше сыграет Симона. Да. Давайте посмотрим, как ему это удастся. Да, бля. Что, нет? Нет подходящих мест? А я что думаешь? Просто их проигнорировал, когда сам был здесь. Можно бежать. Ну, хотя оттуда ж не видно. Можно просто отсюда бежать в дверь с нормальным полом. Ну, не знаю. Ты же не разгонишь, ты с места не разгонишься сильно, чтобы пробежать резко. Можно ускорить. Да, это будет очень реалистично. Вот смотри, оттуда, допустим, кто-то снимает так перед камерой. Давай лучше просто возьмем и поснимаем крупных планов Симона на фоне окна в темноте. Это страшно. Нет. Ну, то есть, да. Это будет страшно. Свободная касса. Короче, мы снимаем сцену в трубном заводе. Тут у меня пристанище, там мои вещи. Там стоит фотоаппарат, рюкзак, сценарий. А тут я ем. Все прекрасно. Эх, это холостяцкая берлога. Наконец-то съехал от родителей. Нормальные соседи, никто не беспокоит. Да, все тихо. Как съемки вообще идут? Съемки идут нормально. Приходил Алексей. Потом ушел. Я думаю, он придет снова. Ну не знаю, обмажь себе бороду. Не так сделай это, чтобы текло все. Это будет отличная реклама этой творожной массе. Да. Могу просто показать этикетку. Ну покажи. Не, ну тогда упадет. Блять, тут стекло. Мне тогда упадет съедобная часть творожной массы. Тут есть белый медведь, надпись. Отблеск от красного фонаря. Ай, блядь, стекло, сука! Ай. Продолжим. Нужно быть аккуратным. Да, сука! Ладно, ладно, я стану здесь. Что-что? Ничего. Ай, бля. Ты не порезался? Нет. Тут надо вставить, типа я поворачиваюсь, говорю, жаль, и такой дьявольский смех, огонь везде и все такое. Тут где-то еще был щеночек. Но его нет. Он был на первом этаже. Вот этот жуткий коридор, тут сейчас сильно много света, но он жуткий. Я доел. Ничего себе. Сейчас я попью компотик. У меня есть компотик. Блин, а куда мы упадем? Не предусмотрел. Ну ладно, я просто вот сюда положу. Ложечек. Редкие кадры утилизации мусора. Ага. Можешь опять снять сценарий, чтобы там кто-то ловил спойлеры, несмотря да. на то, что это будет опубликовано после основного выпуска. Но тут, короче, ни хрена не понятно, вот тут мой палец. Я недавно подстриг ногти. Ура! Это в сценарии написано было? Нет, это по жизни у меня. Я мы недавно подстриг, но у меня мы тут сделали, под ногтем. По-моему, кто-то из нас неправильно приоритеты в рассказе, о чем в съемке это неважно, короче.
такие кроссовки. Да, ладно, ладно, все, говори. Стеклу они не подвержены, между прочим. Я хотел сказать про твой... Ну, пошутить хотел, неважно. Ну, момент ушел. Все, мы можем продолжать дальше съемку. Я поел, я готов. Я Симон, агент, там все роли играю сам. Как Джон Малкович в фильме «Быть Джоном Малковичем» или как Эдди Мерфи вот в том фильме, не помню, как называется. «Быть Джоном Малковичем» я не смотрел, я знаю просто об этом фильме, я слышал о нем. Вперед, к приключениям.